Россияне, вы видели? Вы это видели? Лондон, Париж у ног Зеленского. Вы видели? Вы видели нашего наикрасивейшего президента? Вы видели, какое количество людей жаждут присутствовать, лицезреть нашего наикрасивейшего президента? И какой он красивый, и какой он необычный. Я выражена, то есть вот эта его униформа, да, она всегда поддерживает свою страну. В его стране война, поэтому никаких парадных форм и там праздников не будет. Он всегда в одном состоянии. Он борется за свою страну. Весь его внешний вид показывает, что никаких уси-пуси не будет. Down to the point. Поняли? И он красивый, крепкий, здоровый, надежный, стабильный, умный. Какой язык! Я его слушаю, я обожаю его английский. Какой красивый, такой четкий, ни одной ошибочки. Акцента вообще ноль. Ноль. И как он говорит. И все сидят, и какие-то ему чуть ли не этот трон ставят, ну, чтобы он сел на этот трон. И, ну, там три таких больших кресла стояли. Он такой счастливый в том плане, что, ну, он чувствует, что мир его поддерживает, он чувствует, что Украина побеждает, и он на коне, и это невероятно трогательное зрелище для всего мира. Слава Украине!